День военно-морского флота в парке Величко организовали патриотическую игру «Зорница». В ней приняли участие члены патриотического клуба «Сова», школьники, а также активисты партии «Единая Россия». Сегодня по всей стране отмечается День военно-морского флота. И мы поздравляем наших дорогих, уважаемых ветеранов военно-морского флота, а также служащих с этим праздником. С напутственной речью к гостям обратился председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Армия и флот – это два наших самых надежных союзника, которые никогда не подведут. Сегодня я хочу пожелать вам, конечно, уверенной работы. Ребят впереди ждали непростые испытания. Сборка и разборка автомата, полоса препятствий, приседания и отжимания. Настоящий моряк, помимо силы и ловкости, должен обладать и смекалкой. Поэтому школьники соревновались в знании семафорной азбуки, а также в умении правильно оказывать первую помощь. Продолжаешь держать. Такие мероприятия в нашем городском округе проходят регулярно и пользуются большой популярностью у жителей. Кирилл Петухов, новости Химки ТВ.